Правительству Казахстана разрешили взять в долг 345 миллионов евро у Всемирного банка. Соответствующий документ принял сегодня парламент. Закон направили на подпись президенту. Напомню, средства направят на покрытие дефицита бюджета, в том числе на выполнение социальных обязательств перед населением. Срок погашения кредита 11,5 лет. Ставка по займу 2,5%. В Минфине отмечают, на сегодня это самые привлекательные условия. Там же заявили, что дефицит бюджета в 2022 составил около 3 триллионов тенге.